Светлана Окунева – мастер парашютного спорта. 4 февраля 1987-го – дата первого прыжка. Сейчас их уже более 2000 в послужном списке награды республиканских и международных турниров. Сегодня свой опыт инструктор Бобруйского аэроклуба передает молодым. Это вся моя жизнь. То есть всю свою жизнь я заточила под тем, чтобы заниматься спортом. Искала работу, которая мне позволяла прыгать. Ну и последний год я работаю в аэроклубе уже, то есть как бы все это пришло, видимо, так надо было, наверное, судьба. Акробатические прыжки, командные и индивидуальные приземления на точность. Такова программа турнира. Что касаемо последнего, это самый популярный вид. Зародился он в 60-е годы прошлого столетия. Тогда задача была приземлиться в 100-метровый круг. Сегодня его диаметр уменьшился до 32 сантиметров. А допустимое отклонение, как говорят сами парашютисты, ноль. Открытый чемпионат вооруженных сил проходит уже в 17-й раз. В этом году в Бобруй съехались более 100 участников, 15 мужских и 7 женских команд, в том числе сборная ВДВ России. Уровень первенства самый высокий. Среди участников победителей мира и Европы этот чемпионат – промежуточный этап перед главным стартом сезона. По итогам этих соревнований будет сформирована сборная команда вооруженных сил, которая представит Республику Беларусь на чемпионате мира, который будет проводиться в ноябре текущего года в городе Доха, Катар. Бобруйск многие парашютисты называют вторым домом. Местный аэродром уже не в первый раз принимает турниры подобного масштаба. Открытый чемпионат 2021 продлится по 28 мая. Максим Кимбель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.